Дорогие друзья, хочу представить вам две мои новые работы. Это тренажер системного мышления и специальный инструмент по рефлексии «Шаг к себе». На самом деле это не книжки, как у меня обычно бывает, а это набор карточек. Если мы говорим про тренажер системного мышления, то это очень эффективная штука, если вы составляете факт-карту и пытаетесь разобраться в какой-то проблеме. Как вы знаете, существует три разных способа мышления: у конструктора, центриста и рефлектора. И, используя эти стратегии, а в этом вам поможет соответствующая колода, вы сможете увидеть свою ситуацию с разных сторон и получить дополнительные инсайты, которые позволят вам решить те задачи, с которыми вы пытаетесь справиться. Ну и тренажер, это не тренажер даже, такая прямо серьезная штука. Мы хотим разобраться в себе, хотим понять, кто мы, хотим понять, куда нам двигаться, как нам себя ощущать, может быть. И на это нету времени совсем. А когда мы сталкиваемся один на один с собой, мы даже иногда пугаемся, потому что мы не очень хорошо понимаем себя, а если мы не очень хорошо понимаем себя, мы вряд ли можем быть счастливыми. И вот такая работа с рефлексией, с пониманием себя, это, мне кажется, важный такой труд, но приятный, ну, может быть, это не очень приятный, но точно ведущий к положительным результатам. Поэтому я надеюсь, что этот шаг к себе будет вами тоже принят с радостью и будет полезен. Спасибо.